Слушайте, это у нас... Это что за вальс-то? Музыка? Да, у нас популярный. Да-да-да. Винск сейчас будет играть, да? Это не прощение славянки. Ну, это уже в другой пошел. Наигрыш какой-то европейский. А перед этим-то был то, что у нас... Нам, говорит, вменили позировать, и нам доплачивают. И совершенно потрясающие. И прикармливают, и доплачивают. Вообще класс. А какой-нибудь негритянский безработный ночью, если... Смотри, какой красавчик. Ночью. Вот такой же вот. Балкон Джульетта. С него она смотрела на Ромео. Нет повести печальной на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Дом Джульетты. И сама Джульетта. Ее всю уже затерли до блеска, особенно грудь. Стена вся в жвачках у дома Джульетты с надписями. Так вот, ну, любовь, вечную любовь отметили туристы все нынешние, да, своими подписями. Клянутся вечной любви паре и скрепляют этот союз прямо на воротах у дома Джульетты маленькими замочками. Ключик с собой или выбрасывать, чтобы всегда эту любовь сохранить, и все ворота увешаны. Две равноуважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Шикарный бал на зависть всей Вероне в честь совершеннолетия Джульетты собрал всю знать и важные персоны под своды замка рода Капулетти. Не ждали два враждующих семейства, что к ним на бал, в числе гостей, незримо, придет беда в обличии тройки неизвестных под масками бродячих пилигримов. Любовь легла печатью незаметной, на два цветка садов не примирила, напоминанием став обычным смертным. Пути Господни неисповедимы.